стартовым номером один. После трех прошедших соревновательных дней назовем баллы, набранные спортсменами. Стартовый номер один. Дмитрий Колтаков, Каменск-Уральский, 36 баллов. Стартовый номер два. Иван Хужин, Тольятти, 21 балл. Стартовый номер три. Савелий Ведянов, Каменск-Уральский, 4 балла. Стартовый номер четыре. Иван Большаков, Иркутск, 14 очков. Стартовый номер 5. Василий Несытых, Уфа, 26 очков. Стартовый номер 6. Никита Богданов, Уфа, 36 баллов. Стартовый номер 7. Каменск-Уральский, Дмитрий Хамицевич, 35 баллов. Стартовый номер 8. Никита Толокнов, Тольятти, 30 баллов. Стартовый номер 9. Тольятти, Игорь Сайдулин, 18 очков. Стартовый номер 10. Каменск-Уральский, Владимир Фадеев, 12 очков. Стартовый номер 11. Дмитрий Соляников, Шадринск, 33 очка. Стартовый номер 12. Артем Бурмистров, Шадринск, 6 очков. Номер 13. Москва, Эдуард Крысов, 18 очков. Номер 14. Тольятти, Игорь Кононов, 33 очка. Стартовый номер 15. Город Шадринск, Матвей Волков, 5 баллов. Стартовый номер 16. Никита Тарасов, Уфа, 19 очков. Стартовый номер 17, город Уфа, Евгений Шаров, красавчик! Дорогие друзья, слово
Партнеры готовы к старту.
Thank you.
Thank you.
Опять мне счастье угрозно. Благо, что меня в течение полчаса возвратится слава Богу наверх. Песня еда я в зад, и он только что подсвязка. Я же
Тольятти, но любовь к нашим спортсменам не закончится никогда. Уважение достойных, уважение храбрых, оно бесконечно. Ребята, все это они, наши любимые ледовые гладиаторы. И эти аплодисменты в очередной раз ему. Иван Кушин! Кто-то
Отойдите, пожалуйста, рано еще, дайте сфотографировать.